То стало відомо, що Дніпро залишає один з найперспективніших гравців України Ісуф Санон, який віднині захищатиме кольори одного з провідних європейських клубів Олімпії з Любляни, Словенія, який зарекомендував себе з найкращого боку на останньому чемпіонаті Європи гравців віком до 18 років. Ісуф проділив велику роботу і з молодого мальчика, який приїхав до нас, тобто вже в такого, может быть, не сложившегося игрока, но уже с игрока с перспективами, через парадную дверь выходит с нашего клуба и идет дальше в большой баскетбол. Мне очень приятно всегда, когда моих игроков требуют другие команды. Мне всегда приятно, что я приложил к этому руку. И особенно это радует, когда знаешь, что игрок шагает вверх, и шагает в более сильную команду, шагает на другой уровень, на более высокий уровень. Это всегда радует, я всегда приветствую, всегда игроков к этому подталкиваю, чтобы стремились гораздо более высоким целям, чтобы не останавливались на достигнутом. Угода відбулася завдяки прозорій і успішній співпраці керівників баскетбольного клубу «Дніпро» і агенції «Інтерспорт» та його представника Станіслава Медведенка. Агентство, прежде всего, за порядочную, честную, правильную подход и работу. То есть мы с удовольствием с ними работаем и дальше будем работать. Поблагодарить тренера, потому что уделял внимание игроку, поблагодарить первого тренера его на сетке, но поблагодарить тренера, которые были, работали с ним в интернате, там Унтян. И всех людей, всех ребят в клубе, которые тоже ему помогали. Без этого бы не получилось. В общем, всех причастным большое спасибо. Но Юсуфу, конечно, пожелать, чтобы он не забывал, где его дом, откуда он вышел, чтобы он всегда возвращался, так как он хорошо, правильно все уходит. У него двери для него всегда открыты. Он всегда с любыми вопросами, с любыми просьбами может к нам обращаться в любое время дня и ночи. Спасибо огромное этому клубу. Он, можно сказать, меня воспитывал. Сказать спасибо моему первому тренеру. Сказать спасибо моему тренеру, который меня здесь всему обучал. Это Мунчан Александр Юрьевич. И спасибо сказать моему тренеру, который сейчас у меня. Это Жирлёв Денис Павлович. Ну, так сказать. И хотел спасибо сказать президенту клуба за то, что он мне дал такую большую возможность играть в баскетбол здесь и сейчас за границей. Хочу поздравить Юсуфа с подписанием его первого действительно важного контракта. Хочу поздравить клуб «Днепр», что они проделали такую большую работу и за это получат вознаграждение. И прежде всего для нас как бы это знаковая такая пресс-конференция, потому что мы хотим действительно показать как бы наше агентство и клуб «Днепро», как в принципе должны работать в цивилизованной стране агентства и клубы. Все должно быть цивилизовано, и все за проделанную работу должно быть вознаграждение.